І навіть темрява не завадить нам вкотре зазирнути за парєбрік. Здавалося, що ось це вже дно, але знизу знов постукали. Дивіться, хто тут нас бідкається, нервує та одночасно радіє. Після удару по Чонгарському мосту, який нині перебуває на окупованій Росією території Херсонської області. Це ж здивний бачок з Кабєєва. Та вже анонсує активну фазу наступу після пошкодження моста, за аналогією з Херсонською операцією. Також вона чекає ударів у відповідь, ті, які обіцяв Шойгу. При цьому пропагандистка радіє, тому що ті, хто закликає застосовувати ядерну зброю, не ухвалюють жодних рішень. І, як завжди, Апті Аудінов випромінює оптимізм та гарантує перемогу. Точно так же, ми пам'ятаємо, ВСУ починали свою Херсонську операцію. Тоді били по Антоновському мосту. По ідеї, такі дії Києва повинні привести к незамедлительному відповіді. Накануне, ми пам'ятаємо, Шойгу предупредив, що обстріли територій вне зони СВО, включая Крим, повлекуть за собою удари по центрам, як він виразився, прийняття рішень на Україні. Так що, чекаємо. Були сказані відомі слова, повинні послідувати відомі дії. Тому що противник розуміє тільки реальний ответний удар возмездия. Ну, розговор, давайте шмальнем по Лондону, ну, это, конечно, хорошо, там, или по Парижу, но ничему хорошему это не приведет. Но грамотное планирование ядерной составляющей нашей, и, в принципе, президент про это уже неоднократно говорит, но, похоже, его не до конца слышит на Западе. Не слышит. Слава богу, что все те, кто предлагает шмальнуть по Лондону день через день, по Парижу, уничтожить Вашингтон, или сразу целиком Соединенные Штаты Америки к Совету Безопасности, к Совету Безопасности Российской Федерации отношения не имеют. Ну, слава богу, пожалуйста. Гитлеровская Германия у наших границ привела к катастрофе Красной Армии 1941 года. И вот этот урок истории было бы неплохо выучить всем так называемым отечественным стыдливым пацифистам, которые до сих пор говорят о том, что зачем мы начали специальную военную операцию. Пусть бы лучше они сначала на нас напали. Зачем мы размещаем тактическое ядерное оружие в Беларуси? Пусть бы лучше они сначала разместили в Польше, а мы, мол, выглядели бы более морально, если бы делали это в ответ. Так вот не надо, уважаемые господа, давать им никакого преимущества, чтобы потом не зажигать эти свечи скорби и не оплакивать миллионы наших павших. Вот, если драка неизбежна, нужно бить первым, но очень важно бить при этом в полную силу. Если бы с первых дней специальной военной операции российская армия наносила эти удары по центрам принятия решений, то мы бы избежали многих негативных последствий, с которыми сталкиваемся на сегодняшний день. На мой взгляд, пусть прячутся в подвалах своих коттеджей, одевают шапочки из фольги и ждут очередного русского удара. Это будет справедливо. И враг, вот враг хитер и коварен. Вы даже не представляете, что он иногда применяет против наших вертолетов. Минирование, минирование причем на земле. Потому что если вертолет выходит для выполнения боевой задачи по одному и тому же маршруту, они устанавливают на маршруте его пролета мины, которые срабатывают от шума винтов, от акустического сигнала. И если мина достаточно мощная, то противнику, в смысле нашим вертолетам, наносятся ощутимые повреждения. Нам с вами предстоит кропотливый труд, и я могу гарантированно сказать, в конечном итоге этот наш труд приведет к тому, что Россия однозначно выиграет, потому что у нас нет другого пути. Так что все хорошо. Спасибо вам огромное, Апти Аронович, дорогой друг, товарищ нашей программы, генерал-майор, герой Российской Федерации Апти Алаудинов. Всякий раз заряжаешься оптимизмом после общения с такими командирами. Гордимся вами и молимся за вас. Берегите себя, пожалуйста. Еще раз благодарю. Апти Алаудинов, линия фронта. І, звичайно ж, одразу виліз гауляйтер та зрадник України Сальдо, який під копірку свого покійного друга Стрімаусова слово у слово повторив, що це нічого не рішає. Це нічого не рішає. Ці всі розрушення нічого не рішає для результатів спецоперації. В пользу того, що что-то говорить о том, що нацисти ворвуться в Херсон. Ну що, вдалось знайти 10 відмінностей. А ось пропагандист Голованов щось таки нервує і каже, що це ісключительно серйозна угроза для сухопутного коридора до Криму. По сьогоднішньому удару, давайте ми покажемо Чонгарський мост. Это административная граница между Херсонской областью и Крымом. Выглядит он сейчас так. И вот уже поискали такие данные, что это исключительно серьезная угроза для сухопутного коридора в Крым. По мосту шло до 70% грузов. Крылатые ракеты «Шторм Шэдоу» до этого били враг по городу. Враг настроен серьезно загрузить нашу систему ПВО на севере Крыма. С этим придется что-то делать. Дорога через Армянск – это кризисная временная мера. Этот маршрут многократно хуже. Но обещают, что восстановят в ближайшие дни вот это дорожное полотно, все заработает в прежнем режиме. Но понятно как бы будущее, что враг настроен очень серьезно бить по инфраструктуре.
К сожалению, этот мост, скорее всего, что может ждать судьба Антоновского моста, по которому регулярно, системно и методично наносились удары. Но теперь нам придется решать уже не политические там, а военные задачи, там и по той же инфраструктуре удары. То есть вот Одесский порт, например, может он сейчас попасть под массированный удар? Там метеорит с неба упал. Тут і сам Соловйов виповз і закликав Шойгу відповісти за свої слова і завдати ударів у відповідь по центрах прийняття рішень за приліт по мосту. Пропагандист пропонує, звичайно, використовувати тактичну ядерну зброю. Ну, як діла? Як діла обстоять? Наскільки тяжело, сложно? І день такий тяжелий, видиш, ці подумки ще й... Вчера по Новой Каховке опять прилеты, сегодня в 5 утра по мосту между Крымом и Херсонской областью шторм Шэдоу. Там ясно, для чего они хотят, чтобы мы сегодня нанесли удар по Киеву, чтобы они сказали, вот, в 41-м году, 22 июня Киев бомбили, и сегодня Киев бомбят. Все понятно, для чего они делают. Мы понимаем, что вот сегодня, ну, очевидно, что, скорее всего, шторм Шэдоу, очевидно, что они идут по пути. Эскалация. А Шойгу вчера сказал, нанесете удар, все. Так что теперь мы должны их стирать с лица земли. Вот они наносят удары по мостам на границе Крыма и Херсонской области. У нас больше нет вариантов. Мы должны их стирать с лица земли. Но если у нас есть превосходство в тактическом ядерном оружии, ну, может, уже хватит? Может быть, уже надо просто долбить и все? Вот что сказал министр обороны. Незамедлительные удары по центру принятия решений на территории Украины. Ну, вот. После чего... Сообщение, РИА Новости. ВСУ нанесли удар по мостам на административные границы. Вот результаты прилета. Пробито покрытие. Мы до сих пор не нанесли удар по их центрам принятия решения. Почему? У меня ответа нет. Наши ребята сейчас мужественно держат оборону, активно. Может быть, имеет смысл поддержать их усилия? Может быть, имеет смысл сделать так, чтобы у Запада не было возможности наносить... удары, подтягивая резервы. И у меня есть предложение, как. Я не военный, я в этом ничего не понимаю. Какой будет наш ответ? Мы же его пообещали. И послухайте уважно, что каже пропагандист Мардан. Він же прямым текстом розповідає, у чому суть їхнього звільнення. Сколько людей умерло? Ты не думаешь своей головой? И за вас. Мы вас просили сюда приходить. Мы не попросили вас приходить. Нет. Мы просили сюда вас приходить. Нет. Значит, эта история приключилась в мариупольском пассажирском автобусе, где двое парень с девушкой, в общем, ну так, ну, я в курсе просто вот в культурных особенностях, нагло, вот чисто плячье, наехали на военнослужащего. Это тоже по контексту понятно, что он военный. Люди в полном ощущении своей не просто безопасности, а в том, что они... Бога за бороду держит, да простит меня за такую рискованную метафору Роман Голованов. Я точно так же абсолютно убежден в том, что для того, чтобы воспитательные меры, там, переформатирование мозгов привели к быстрым и убедительным устойчивым результатам, силовая машина, карательная система должна показывать высочайший уровень эффективности. На 100% я в этом убежден. То есть за всякую попытку прокукарекать славу Украине, особенно в Мариуполе, человек должен попадать просто под каток. И совершенно неважно, сколько ему лет, 22 или 70, не имеет никакого значения. Это фашистский лозунг. И если человек прямо зигует на камеру, а для нас это то же самое, что зиговать на камеру, ну, значит, обращаться с ним нужно так же, как с пленными эсэсовцами обращались в 45-м году. И вишенька на торте. Засновник ПВК «Вагнер» Евгений Пригожин прокоментував щоденні зведення про, так би мовити, знищену техніку Збройних сил України. Объясняю, почему расходятся. Потому что на стол президенту несут тотальный пи***ч бессовестный. Когда мы брали Бахмут, мы пускали туда всех военкоров. Вы это хорошо помните. Для того, чтобы они видели реальное положение дел. И никто никогда не рассказывал про тысячи уничтоженных танков и бронемашин. Это просто болтовня. Туда никого не пускают, ничего не показывают. Именно из-за того,
что там колоссальные проблемы. У Шойгу и Герасимова подход простой. Ложь должна быть чудовищной, чтобы в нее поверили. Этим они і займаються. Уже протягом тижня, як ви могли помітити, кривавий диктатор з голови на камеру озвучує якісь там цифри підбитих танків та іншої техніки. Фактично, Путін особисто став виконувати роль Конашенкова і почав озвучувати та коментувати відверті нісенітниці, які йому готують його ж пропагандисти. Кожен день відбувається рост втрати цієї техніки. Где-то сейчас на сегодняшний день 186 танков потеряно. 186, по-моему, да. 186 и 418 бронемашин различного класса. Наши мужики наколотили 245 танков противник. И примерно 678 бронемашин разного типа. Діон навіть почали знімати постановочні сюжетики про те, як окупанту видали мільйон за підбитий леопард. Точніше, не мільйон, а сертифікат на мільйон дерев'яних. Йому сказали, що він підбив леопард. І, здається, він сам не вірить у те, що говорить. І почав обходити з фланга, виявляти техніку бронірувану, яка працювала по нам. Тобто ж, я теж вистрілив, там пішов дим. Ну и я узнал уже, находясь в госпитале, что, оказывается, это был немецкий леопард. Вот. С вас лайк, с мене наступний випуск.